Дадим жюри минуту на то, чтобы они приняли солидарное решение. И бери курс на виски. Господа, вот перед вами человек, которого неисповедимая воля короля возвысила над прочими людьми, и который, тем не менее, остался моим другом среди всех бурь и треволнений и так далее. Вы знаете, кого я имею в виду? Ах, Джеки, помнишь ли ты, как мы служили в Индии? Ты солдат, и я солдат. Давай-ка споем солдатскую песню, Джеки. А давай! И Джон завербован, и Джимми взят, и Джорджи в сержантском звании. Но армия не спросит, кто ты, солдат. У армии есть задание. От Гибралтара до Пешавара пушки. Подушки нам, если же новая, желтая, лиловая, черного краса попадется раса, и с нее мы сделаем бифштекс трам-там. Джонни мечтал раздобыть одеял. Джимми от теплого виски тошнило. Но Джорджи обоим напоминал, что не люди они, а живая сила от Гибралтара до Пешавара. Пушки, подушки нам, если же новая, желтая, лиловая, черного окраса попадется раса, из нее мы сделаем бифштекс! И Джонни умер. И Джимми нет. И без вести сгинул бедняга Джорджи. Но у крови по-прежнему тот же цвет. И порядок вербовки тот же. От Гибралтара до Пешавара, пушки, подушки нам! Если же новая, желтая, лиловая, черного окраса попадется раса, и с нее мы сделаем... С нее мы сделаем бифштекс. Трам-там. Хотя ураган жизни разметал друзей юности, хотя наши профессиональные интересы различны, пожалуй, даже диаметрально противоположны, наша дружба выдержала все испытания. Пусть это будет вам уроком. Кастер и Поллокс, Гектор и Андромаха и так далее. Не было случая, чтобы я простой грабитель, ну, вы меня понимаете? Понимаете? Вернулся с добычей и не передал части ее, солидной, напоминаю, части, своему другу Брауну в знак и свидетельство моей неизменной верности. Не было также случая... Вынь нож изо рта. Вынь, говорю, Джеком. Не было также случая, чтобы он, всемогущий шеф полиции, не назначил, или наоборот, назначил облаву, не известив об этом друга своей юности, то есть меня. Ну и так далее, в конце концов, у нас все основано на взаимности. Учитесь. Рам-дам. Аплодисменты.